Веселые минутки, ребята. Да, сицилианочка, наконец-то. Нет. Дебют. Почему ты играешь сицилианские какие-то схемы? Ну, я не играю латышский просто. Ну, почему бы не играть на e4, e5? Можно на e4 любой нормальный ход делать, просто главное, чтобы он был нормальный. А в чем идея h5 сейчас? Слушай, тебе вообще это должно нравиться. Не, ну согласен, согласен. Я просто, мне интересно твое мнение. Ого, это теория? Нет, ну или я ее не знаю. Что-то печально плохо стало. Все нормально. Ты так думаешь? О, все, линии наши, ребята. Какие линии? 2-0. Да 2-0. Ну нет, ну почему? Отлично. 2... О, король Е7, радостно. Он все равно пойдет b4. Нет. Что? Что происходит? Пытается дать каким-то образом мне мат. Почему он не пошел b4? Ого. Все, у нас охрененный слон. Все, ладья же... Ладья же 8. И, ну, жертва же на g4 прокатывает. Нет. Почему? Он не может прокатывать. Разве не очевидно? Ладья g4, а же h3. Меня отвлекаешь, я не съел на c3. Так, какая-то неразбериха на доске. Нам флаг срубит. Что такое? Что ты не меняешься? Отлично. Все, ты уверен, что ты выкатаешь от эндшпиль? Нет, он абсолютно ничейный. Но ты срубишь флаг? Или мне срубят флаг, это не так важно. Здорово. Да, что-то безнадежно по времени. Вот, задумался соперник. Шанс был. Нужны шахи. Нужны шахи. Все лагает. Тимур лагает. У нас мало времени. И поражения нет? Наверное, срубит. Да, срубил. Срубил. Да, мне казалось, что я быстро играл. Видимо, он еще быстрее. Нормально, хорошее начало. Ну, так мы играем до первой победы. Да, обычно до первого поражения. Но сегодня формат поменялся. Так, а зачем ты играешь g3, слон g24? Я стремлюсь поменять ферзей. Это девиз. Именно данного видеоролика будет. Отлично. Размен ферзей. Ну, впрочем, это девиз всех видеороликов с моим участием. Так что, ничего неожиданного. Ну, почему не конь А4-то? Мощнейший слон. Вот он хочет его поменять. Ну, почему... А, отлично, отлично. D6. Готовим D6. Ну, E4, E5, угроза. А, нет. Печально. Все нормально. F4, Никита, F4. Да не отвлекайся. Ну, конь висел. Ну, какой F4? Ну, F4 сейчас сам бог велел. А ну конь на D3 шел. Ну как, ты не опять не смотришь на позицию? Ну блин, ну и без качества, нормально. Ну что это нормально-то? Сейчас без качества все равно. А, ну не взял. Ничего не видит, да. Как и я, впрочем. Ты недоволен просто. Ты играл ужасно. Отлично, ферзи разменены, все разменено, пешку съедено. Ты доволен? Да. Сейчас можно сделать ничью. Это моя мечта по жизни. Опять, мне кажется, тебя срубит флаг. Нет, не срубит. А, да, тут уже позиция без коня. Ой, без слона. Нужно есть фигурки, Никит. Все, пешки, пошли, пешки. Итак, смотрим, как... Смотрим технику матовая Никиты ферзем. Одним. Фантастика. Фантастика. Это было... Это шедевр. Да. Гениально. Поехали. Хорошо. Опять сцеляночка. Вариант Найдорфа. Нет, да, Пауэрс без глянца 6. Да почему? Почему ты называешь его Найдорфом всегда? Я не знаю, мне кажется, это Найдорф. Почему ты не играешь этот вариант? Какой? Вариант Найдорф? Да. Слишком много учить.
Тебе лень? Я не могу, у меня плохая память. А, конь... Что это вот за фигура у нас? Это, кстати, такой план перевести слон на g7? Ну, бывает, что это имеет смысл. Может быть, d5? Да почему e5? О. Вот радость, а тут ну, радость. Вот, согласен, радость, согласен, радость, согласен. Радость. Согласен, вот сейчас согласен. Ферзей не меняй только. Я бы рад их поменять, только как? Да конь c5. О, конь c4, конь c4. Взял. О боже, ты потерял секунд 17. Конь c5, да, конь c4. Блин, я все зевнул. Ферзя же можно... А, ужас. Это намного важнее, чем то, что я потерял секунду. Дай что снесу флаг. Или нет? У него... Кстати, у тебя активные фигуры. Ну это радует, конечно, мне не хватает ферзя. Ой-ой-ой. И вообще всего не хватает. Все... Теперь мне неожиданно не хватает качества. Не, ну ему хватит, наверное. Ой. Конечно, хватит у него на 10 секунд больше. Жаль, а такая была хорошая идея с жертвой этого ферзя. Не прокатило в пульку. Не уверен, в 3 плюс 0 бы все бы закончилось интересно. Нет, в 3 плюс 0 была бы хорошая партия. Кстати, селянка, прорыв в центр. К сожалению, у пули есть свои издержки. Но ничего, веселые минутки. Вот я думаю, он не хочет заканчивать, так что у нас бы с ним получится хороший матч. Отлично. Может быть. Так, ну... Пока на доске опять чушь. Ну ты чушь. Ну неинтересная же позиция на доске, Никит. Почему? Что, интересно все зевать, что ли? Ну а где радость? Где радость? Была в предыдущей радость. Да, печально. По-моему, он хорошо играет, нет? Неплохо. Посмотри его рейтинг, пожалуйста, в Блиц. Я с ним играл 3000 вроде. 3000 у него? Да. Ты, по-моему, зевнул коня, нет? Ну, надеюсь, там нафиг на какую-нибудь фигню. Вот он даже не стал проверять. Ай, вот это я зевнул. О, хорошо играет. А почему нельзя было съесть? А, да, печально. Я думаю, что и то, и другое. И он хорошо, и я плохо. Без фигурки, да? Да. Можно же снести флаг. А видишь, он все видит. Как ты снесешь? Как остановить эту пешку? Не, никак. Просто ладью это не отдавать. И сносить флаг. Да, но тут не снесешь. У него слишком хорошая фигура. И что он все просто ловит своими фигурами мои. У меня их и так мало. Печально. 10 секунд. У него 4 всего. Он хочет отвести пешки. Ничейка. Да, ребята, будет ничья. Может, тут не успеет, да. Да, ничья. Ну чё, 1.5 на 2.5. Покажи да, информацию. Ну сейчас, у меня нет кнопки, видишь, а вот сейчас есть. Ну ты потратил. А, нет, у него 2400. Было 2800. Странно. Значит, какой-то другой Вальдемар был. Ну, он хорошо играет. Мастер Фиде, да? Ты успел это разглядеть? Я нет. Он может быть. Нет, ну правда он хорошо играет. Ну, он быстро играет, самое главное. А это очень важно в пуле. Я играю медленно. Почему ферзь Т8? Нападал на... Ну, на 6 же бесполезно нападать. Почему? Ну, потому что ты король H7. Слушай, он видит всю тактику. Даже это увидел. Но пешка на C7 зависла. Ферзи поменялись. Ну, а заложу обе на 7, компенсация полная, видимо. За пешку? Да. Ну, на 7 точно отвалится? А, нет. Конь F6, да, убивает. Ну, сейчас пойдет отдавать потенциал, да. Да, ладью скинул.
Ну да, тут все понятно. Просто мат. Так, ничейка, ребята, нажмем на паузу. Хотите продолжение видео, ставьте лайк. Рейтинг Кирилла Широкова.